Сәлем, дәл қазір сіздермен Дулат және Жадыра. Біз Әйел Қазақстан журналында қонақтамыз және бір-біріміздің сұрақтарға жауап берейін деп отырмыз. Кім бастайды? Давай. Давай, Сөлифа. Давай. Кім ұтылады, сол бастайды, да? Давай. Сөлифа. 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 Так. Ты начинаешь. Начинаем, да? Хорошо. Так, я зачитываю вопрос, который ты мне задаешь. Какое было первое ваше свидание? В чем пришел Дулат на встречу? У нас было свидание, разве? Сложный вопрос. Да, потому что свидания не было, мы работали вместе. Ну ладно, в чем я был? Какой день? На нашей первой встрече. Хорошо. Я сам не помню. Я помню, я приехала в офис, и ты был в полосатой белой футболке. Да. Да, с короткой стрижкой. Вот. Все. Я не могу подтвердить, потому что я не помню. У тебя еще был парик на обувь. Ну да. Жадыраны алғаш көрген күнім. Датасы есімде жоқ. Күн. 2017 ақпан. Март. Конец март. Конец март? 28. Конец февраля же. Март. Блин. Ақпан это? Февраль. Да, ну ладно. Конец февраля был. По-любому. Хорошо, теперь я так сколько раз закрасил волосы, боже. Ну, это ты знаешь. Хотя... Но я не считала, да. Это было много раз. Это больше 30 раз было, наверное. Я думаю. Угу. В общем, ну, где-то так, наверное. Угу. Где-то 30 раз, мне больше. Кажется, больше. Ну, больше, минимум 30 раз. Да. Максимум, ну, 50, наверное. Угу. Just wait. За 6 лет, которые крашу, где-то так. Да? Да. А то, что до, после, я не знаю. Uh-huh. Ну, после этой сделки я до сих пор крашу. Ага. Окей. Жадыран, анасын туған күні қашан? Фартеж, да? Так какого? Подсказка, это середина. 15 марта? Нет. Нет? Почти. 17? Нет. 13? Нет. 18? Нет. 12? Нет. 16? Нет. 14? Да, 14. 14 марта. Да. Окей. Как дома близкие называют Дулата, как его называют друзья? Я не знаю, как тебя дома называют, но друзья называют Дула. Ну, дома меня Дулат называют просто. Все. Кім алғаш сезімін білдірді? По идее, сложный вопрос тоже. На самом деле, я. Менгу? Ты когда-то заревновал, типа? Нет. Ну, когда попросил пересесть. А, все, хорошо, ладно. Так, что стоит на заставке, на его заставке телефона? Кажется, этот... Возьмись, мистер Ванчик. Инопланетянин. О, нет, этот, космонавт. Да? На заставке телефона? Да. У меня? Да. Нет. Нет, блин. Это было в прошлом телефоне. Ничего. Окей. Мы возьмись, мистер Жокин. Жадыран, Инстаграм вас, он же жүктеген фотосы. Это же легко. Сейчас, погоди. Это нелегко вообще-то. Ну, фотки с Франции. Синяя пати. Нет, они еще там, да. Фотки в черном. Ну да, которые я всегда в черном. Эйфелева башня. Она же не последняя. Этот, как его, арка? Угу. Да.
какое слово в течение дня чаще всего говорит Дулат? В течение дня? Да, кажется, в басе, соловой. Койш, ойм сухо. А вот койш. Жадран сүйікті әні. Сүйікті әндерім көп қо. Я просто название не знаю. Вот эта песня. Этой. Ну, песня Бейонсе, которая. Не Бейонсе, а еще Destiny's Child, кизнали его Уильям Барреду. Нелюбимая надо. Ну, не знаю. Тебе нравится еще этот Бейонсе, она, наверное, Дэнни Спирит, ты им Барреду. Хорошо. Так, что больше всего злит Дулата? Наверное, когда я прошу тебя что-нибудь сделать, типа там приготовить кошкам кушать, убраться за ними. Нет? Это когда я в шутку тебя ревную, ты злишься. Так, соң рет қашан тосын сый жасадым? Я вообще тосын сый жасаймас. Романтик емеспін, да? Когда я делал сюрприз вообще? На 8 марта. Да ты же не сюрприз, что это 8 марта. А, ну ладно. Короче, это было 7 туан гунин алдында, по-моему. Когда за неделю дома тупо он глял мне какие-то глялки. Уже год прошел. А? Уже год прошел, да. Так, а за какую футбольную команду болеет Дулат? Какой его любимый игрок? Дулат не смотрит У-ху. Футбол. Месси, десин. Вообще, там имя футболиста. Бекенбауэр, деген кездерді қалып қалым мен. Левандовский, деген танымын. Он еще мен достарым вообще танымын. Атам қарап жүрген кезде қараған футбол кішкентай кезімде. 5 жасымда, наверное, 6 жасымда. Нурбол Жумасхалиев, звезда болып жүрген кезде. Сен бойыңдағы жадыраға ұнамайтын қасиет. Так, мен бойымдағы жадыраға ұнамайтын қасиет. Это... Көп ол десен. Не ұнамайды. Қолапайсыздық ұнамайды оған. Мен қолапаймын. Көп нәрселерді. Бірдеңен құлатып алам, бірдеңен сындырып алам, шағып алам. Киімді қырғыла берем. Андай таза киім мен отырып мороженый жеймін. Чынданады оған. Да? Чуть-чуть, да. Или есть еще что-то? Да нет. Сол? Так, вещь, которую он никогда не выкинет из дома. Не знаю, такая сейчас подумаю. Рюкзак. Хочешь? Ладно. Наушники, микрофон. Сомневаюсь. Тогда не знаю. Телек. Телек. Мне нравится. Ну ладно. Его хорошо. Бы я не выкинул. Шадрага, алғашқы сыйлаған сыйлығым қандай болды? Ең алғашқы сыйлаған сыйлығым? Прям сыйлық деп сыйлаған сыйлығым айфон болған шығар да? Мольберт. А, мольберт болды. Да. Ең алғашқы сыйлаған сыйлығым мольберт болды. Ол мольберт жатыр. Бір жерде қайда жатыр ол? На верхней полке, да. Айтыр үйде. Какой Дулат в отношениях? Сейчас, простите. Но то, что ты умный. Спорно. Нет, это хорошо в отношениях. Почему? Потому что то, что типа я все время типа больше там, о быте, ты больше, наверное, о нашем там ментальном, духовном. И типа... Ну, это, наверное, не потому, что ты умная, а потому что ты такой чувствительный. Чувствительный. Да. Чувствительный, даже где-то ранимый. И
В общем, ты классный. Спасибо. Ты тоже классный. Спасибо. Вообще все рэперы ранимы, если что. Видео человек пернекс. Кош спит. Жадыран еркелетіп қалай атайсың? Кус деп атайм. Кейде кус деп атайм. Неге кус? Еткен бір сәпшен жазған кезде мәркез нәрттарына түгет қалан, содан кейін кус болып. Көбінесе кус деп атайм негізді. День, когда ты поняла, что любишь Дулата. Это была Караганда. Это был турне первый. Когда я пошла гулять, а ты меня во дворе ждал. Вот, и тогда я поняла, что люблю тебя. Все-таки романтик каким. Махават, ну халай был дресен. Блин, қиын сұрақ. Мен негізі жалпы андай эмоцияларым білдіре алмаймын көп. Сол жайында көп андай біраз нелер болатын, түсініспеушіліктер. Қалай білдіремін мен? Құшақтаймын, иіскеймін. Бұл. Когда ты решила жениться на мне и почему? Ну, короче, я всегда знал, что мы будем вместе. Решил жениться, когда бабушка сказала, что типа вы так не можете просто так ходить, надо уже жениться. Тогда я женился, потому что я был уверен. И не было, типа, сомнений каких-то и так далее. Вот. Хорошо. Ты согласна с тем, чтобы я сам называл всех наших детей? Ну, только если мне понравится имя. А если не понравится? Будешь придумывать дальше. Хорошо. Поговорим.